Вот. Вот, поговорили, молодец. Вот так. Лебедь Кликун по имени Клик, он к нам попал еще сереньким, маленьким. У него не было вообще летных перьев, у него был только пушок. У него было сильное истощение, из-за этого, скорее всего, он и отстал от своей стаи. Также у него, конечно, были заболевания инфекционные. Мы все вылечили, у него было длительное лечение, он набрал вес. И вот сейчас мы наблюдаем, как он меняет цвет. Он становится белым. Так интересно. Сначала у него были белые штанишки, потом постепенно снизу вверх начал белеть весь. Мы построили ему большой теплый дом с бассейном, он купается, у него 4 обогревателя, то есть мы не допускаем холодной температуры, потому что он перенес болезни, иммунитет у него еще ослабленный. Тоже были проблемы с аппетитом, были времена, когда он переставал есть, снова лечение. Вот, но сейчас, к счастью, все стабильно. Все хорошо, анализы у нас хорошие, рентген тоже мы делали неоднократно, тоже все хорошо, поэтому мы готовимся к выпуску. Как он социализируется, кстати, как он вернется к своим сородичам? Вообще нужно просто сделать это заранее, чтобы до перелета он успел уже с кем-то познакомиться, найти себе пару и присоединиться к стае.